Понимаешь, озвучивать здесь надо смысл. Ни одного слова без смысла, я просто встану и уйду. Скажите, вот к вам можно прийти с подготовкой не выше обычной музыкальной школы, через 4 года стать оперным певцом или певицей, так? Как это у вас все здорово. Голосом надо заниматься всю жизнь. Я... Голос – это надо обольщать. Поэтому вот. Они к вам и рвутся научиться. И не только поэтому. «Ближний круг» Тамары Синявской. 28 мая на телеканале «Культура».